Нынешние русские Москвы – это узурпирующие немцы полукровки от Рюриха и от развратной Екатерины. А вы знаете, что никакой России не существовало до 1721 года? Это не национальность, как? А русские слово написали в паспорт в 1918 году. Герман Львович, вы сказали, что Великобритания – метрополия. Получается, что Россия – колония? Ну, конечно, Россия давным-давно колония. В России все так называемые русские цари, на самом деле немцы, Романовы, начиная с Александра I, были членами ордена подвязки, то есть дали вассальную клятву английскому королю. После этого Россия была в концессии у евреев, ну, начиная с 17-го так называемого года индустриализации, коллективизации, все эти гулаги ради индустриализации. Сейчас Путин пытается добиться независимости России, но не успевает, в связи с тем, что уже началась программа по утилизации населения колоний. Конечно, мы колония, и пока остаемся колонией. Это было в своем роде технологией зомбирования от нашего прошлого. Наши хозяева, наши германские коллеги